Պարոն Մուրադյան, տևական ժամանակ է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ լարված հարաբերություններ սահմանում երկու կողմերից էլ զոհեր եղան եւ չափազանց Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների միջեւ հանդիպում եղավ երրակողմ ձևաչափով Ռուսաստանի նախագահի մասնակցությամբ։ Ինչ եք կարծում, հիմա այն դադարը, որ տրվել է սահմանին, արդյոք երկարաժամկետ արդյունք կունենա այդ հանդիպումից հետո, թե պարզապես բանավոր խոսքի պայմանավորվածություն։ Сочи стал местом, так сказать, это самое, демонстрации политического имиджа Путина. Не более того, в данном случае состоялись международные гастроли и Путина, и Саркисяна, и Алиева. В чем суть и цели этой встречи? Россия понимает, что Соединенные Штаты готовят разработку по Южному Кавказу и Черному морю. Они очень опасаются этого, Россия очень опасается. Как-то надо противопоставить, продемонстрировать то, что Россия продолжает присутствовать в этом регионе, в Южном Кавказе. Как это сделать? Довольно трудно. Нет темы для этого экшена, да, то есть вот нашли Карабах, очень удобная, так сказать, универсальная тема. Вот и встретились. Дело в том, что русские не знают, что американцы готовят в Южном Кавказе на этот раз. Они не знают об этом. Почему они не знают? Потому что между ними давно уже нет, как бы сказать, деловых контактов, обязующих контактов. Игра идет в разные ворота и так далее. Вот. Ну, в отношении того, что насколько продлится мир. Я очень сожалею, но мир долго не продлится. Алиеву нужно было показать, что он лояльно относится к Путину, который обеспечивает его вооружениями. И эти поставки будут продолжаться и дальше. Путин, видимо, высказал Алиеву свое мнение, что ему трудно продолжать поставки в условиях напряженности, вот такой напряженности. Вот. Вероятно, будет пауза, но она скоро пройдет. Мысли о том, что Путин в очередной раз спас Армению, это исходит из очень ущербных умов. Ущербных умов дегенеративного свойства, которыми так богата наша страна. Вот. Я думаю, что эта встреча никого не волновала, не имеет никакого реального политического значения. Все участники это знают очень хорошо. Պարոն Մուրադյան, տեղեկություններ կան արդեն, որ Մինսկի խմբի ամերիկացի և ֆրանսիացի համանախագահները, այսինքն Ամերիկան և Ֆրանսիան նախապատրաստում են մեկ այլ հանդիպում Սերժ Սարգսյանի և Ալիևի միջև։ Ինչ եք կարծում, արդյոք նախ Ռուսաստանը դա թույլ կտա, տպավորությունը, թե նա այդ Մինսկի խմբի եռակողմ ձևաչափը իրեն է սեփականաշնորել, և արդյոք Հայաստան և Ադրբեջանը կամք կունենան երկկողմ ձևաչափով հանդիպելու Ամերիկայի և Франция и Джанкеров. Дело в том, что не все зависит от России в этом мире, а чем дальше, тем практически уже ничего не зависит. И то, что эта намечаемая встреча под эгидой Запада ни к чему не приведет, вовсе не означает, что Россия здесь играет какую-то роль. По существу, это проблема неразрешимая в политическом аспекте. Есть у Запада есть только один путь – защитить свои подлинные кардинальные интересы в Черном море и Южном Кавказе. Значит, усилить здесь свое военное присутствие. То, что касается Армении, к большому сожалению, на настоящий момент разработками по Армении заняты старые советологи, опытные люди, но живущие в прошедшем времени. Практически всех я их очень хорошо знаю, практически со всеми я беседовал в последние месяцы и недели. Суть заключается в том, суть их видения, выхода из положения для Армении, повысить нашу независимость, в урегулировании армяно-турецких отношений.
Дело в том, что это действительно старое мышление, ни к чему не приводящее. Напротив, урегулирование армяно-турецких отношений приводит к усилению зависимости Армении от России. Вот эта мысль, она очень содержательная, она очень реальная, мы это видим. Каждый раз, когда западное сообщество предпринимает нечто в плане урегулирования турецко-армянских отношений, наступает другой период, причем незамедлительно и автоматически, то есть повышается наша зависимость от России. Это надо понимать. Если они действительно заинтересованы в ослаблении нашей зависимости от России, нужно прекратить эти бессмысленные игры по отношению к Турции. Նույնիսկ Ամերիկայի եւ Ֆրանսիայի ջանքերով կազմակերպված հանդիպումն էլ տևական, այսպես երկարաժամկետ արդյունք չի տա, այո։ Нет, никаких результатов не будет, о чем говорить. Речь идет о том, что обе противоборствующие стороны хотели бы продемонстрировать, чьи подходы более эффективны. Про эффективность здесь говорить не стоит. Здесь нужно говорить о чем-то другом. О перетягивании каната. Давайте говорить о перетягивании каната. Запад сильнее. Россия более нагло ведет себя. Вот и все подходы, других подходов нет. Այսինքն Հայաստանի այսպես խաղաղության, անվտանգության, Ղարաբաղի հաշվին կարելի ասել, Մինսկի խումբը փորձում է ցույց տալ, որ կողմն է ավելի արդյունավետ կարողանում աշխատել. Մինսկը группа, то есть державы, которые она представляет, она хочет выжить и продолжить свое существование. Потому что все эти три державы она устраивает. Это арена для, так сказать, притирок отношений, значит, решения других вопросов, понимания того, что какая сторона, какие намерения имеет и так далее. Но не более того, Минская группа давно не занимается карабахским урегулированием. Выгодна ли она нам? Она и выгодна, и невыгодна, в зависимости от того, что мы хотим. Мы хотим урегулирования, его никогда не будет, это надо понять. Для чего же тогда Минская группа? Как средство давления на кого? Как средство сдерживания? Мы хотим признания независимости Карабаха, Минская группа совершенно не нужна, потому что пока существует этот легитимный процесс, признания Карабаха не будет, это очевидно. Кто же его признает, если великие державы заявляют, что они еще находятся на стадии урегулирования конфликта? Ասացիք, հակամարտությունը երբեք չի կարգավորվի, այնուամենայնիվ հնարավոր պատերազմի դեպքում Հայաստանի շանսերը որքանով են ստեղծված եւ ներքաղաքական եւ արտաքին քաղաքական մարտահրավերները հաշվի առնելով. Дело в том, что до сих пор существовал тезис, что не может быть случайности возобновления войны. Случайность может быть. Если даже этого не хотят обе стороны, случайность может быть. Случайность, что означает случайность? Это выпадение ситуации из системности. Она выпадает очень успешно, чем дальше, тем больше.